На какой срок устанавливается административный арест? Согласно части 1 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 15 суток. А за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо организацию повлекшего нарушение общественного порядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, за нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции либо за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах до 30 суток. Административный арест назначается судьей. На какой срок устанавливается административный арест? Согласно части 1 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 15 суток. А за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо организацию повлекшего нарушение общественного порядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, за нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции либо за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах до 30 суток. Административный арест назначается судьей.